коммунистическое движение понесло тяжелую утрату. Это тяжелая утрата для всей России, для всех граждан тех республик, которые два десятилетия назад были частями единого государства. В ночь с 19 на 20 марта в Подмосковье скончался выдающийся юрист и политик нашего времени, верный сын Родины, коммунист, человек правды и высоких принципов Виктор Иванович Илюхин. В России это была яркая и честная личность в борьбе с коррупционным правительством, олигархическими кланами и теми, кто продает и растаскивает целостность России и разворовывает ее ресурсы. Международные аналитические центры включили его в число 500 самых известных политиков-интеллектуалов мира 21 века. Его называли депутатом номер один. Виктор Иванович Илюхин – уроженец Пензенского края. Родился в селе Сосновка Кузнецкого района. Был 10-м ребенком в семье. Учился в юридическом институте. Служил на Тихоокеанском флоте на плавбазе подводных лодок. Работал следователем в районной, областной прокуратуре, заместителем прокурора Пензенской области. В 1986 году Илюхин был назначен первым заместителем начальника следственного управления прокуратуры СССР. Расследовал события в Нагорном Карабахе, Армении, Азербайджане, Фергане и Грузии. Участвовал в расследованиях преступлений военных нацистов. В августе 1989 года Виктор Иванович Илюхин был назначен начальником управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, стал членом коллегии прокуратуры и старшим помощником генерального прокурора СССР. С приходом к власти Горбачева во многих союзных республиках подняли голову полууголовные элементы. В Советском Союзе появились очаги жесточайшей вражды. Гибли тысячи людей. Илюхин тогда со следственной группой проехал весь Кавказ. Восстанавливал закон и порядок в Приднестровье и в Прибалтике. На его глазах гибла страна. На его глазах рушили все, чем жил он и его родные. Жил его народ. С этим он смириться не мог и не хотел. Он видел лица тех, кто обрек страну на нищету и горе, кто столкнул народы, поссорил братьев, кто залил города кровью, сорвал людей с мест. И когда он понял, что корень зла лежит в провокационной политике президента Горбачева, Виктор Иванович возбудил против него уголовное дело. Меня иногда спрашивают, ты осознавал, что пошел против системы, и в одиночку справиться с ней невозможно? Да, осознавал. Но я иначе поступить не мог. Спрашивают, а было ли страшно? Было страшно. Горбачев обладал всей полнотой власти, и он мог со мной расправиться достаточно жестоко. Но его хватило только лишь на то, чтобы уволить меня из органов прокуратуры. Он опасался за собственную судьбу, за собственную карьеру. Действия Илюхина повергли в шок многих. Говорят, сам Горбачев плакал, ожидая ареста. А утром дал распоряжение уволить непокорного прокурора. Некоторые спрашивали, зачем Илюхину все это надо? Ответ прост. Иначе он поступить не мог. Только по совести, только по закону, в ущерб себе, для блага поколений. Он единственный из должностных лиц дал правовую оценку действиям Горбачева. Измена родине, конкретная статья Уголовного кодекса. Время показало, это было началом конца политической карьеры Горбачева. После отставки Горбачевым Илюхин работал обозревателем газеты «Правда». Писал документальные книги, которые расходились миллионными тиражами не только в нашей стране, но и за рубежом. Особая страница в биографии политика – его личная борьба с президентом Ельциным. Илюхин не покорился ему, не поддался, не простил пьяный кураж над людьми и страной, не простил Рохлина и поруганную честь армии – импичмент. Обвиняемый президент Ельцин, обвинитель Виктор Илюхин. И с тем, что на момент совершения опасных деяний они квалифицировались как государственная измена или иное тяжкое преступление. Страна застыла, слушая праведные слова обвинения.
развал Союза, расстрел Верховного Совета, война в Чечне, разгром вооруженных сил, геноцид российского народа, 5 преступлений власти, 5 очевидных преступлений президента Ельцина. Суд истории вершит Виктор Илюхин. Он хорошо знал, что депутатский корпус будет спасать президента, ведь спасая президента, депутаты спасали себя. У Ельцина на столе лежал указ о роспуске Думы. Но ни Илюхин, ни Ельцин не знали, что по одному из вопросов для отставки президента не хватит лишь 17 голосов. Формально Ельцин оставался у власти. Но все это показывало полный крах и несостоятельность политики первого российского президента. О Пензенской области Илюхин всегда говорил с особой теплотой. Связь с родной землей не терял никогда. С земляками всегда находился в тесном контакте. 5 раз доверяли ему пензяки представлять интересы области в Государственной Думе. 6 лет Виктор Илюхин возглавлял Комитет по государственной безопасности. Десятки законов написал сам. Десятки были приняты под его руководством. Илюхин гордился тем, что создал новую законодательную базу для тех, кто стоит на страже порядка, защищает страну и борется с преступностью. Для своей малой родины Илюхин сделал очень много. Его враги все время старались принизить роль депутата. Но больше всего правду знают сотни отдельных семей. Кто защищен от произвола чиновников, кто получил возможность лечения в лучших московских клиниках. От народа не скроешь, что это депутат Илюхин не позволил приватизировать или разорить многие предприятия области, тем самым сохранив 1000 рабочих мест. Это он выбивал дополнительные деньги из государственного бюджета на ремонт и строительство важных объектов для области. А главное, он не проголосовал ни за один закон, ущемляющий интересы простого народа. Виктор Илюхин, поднявшись на вершину власти, сохранил свое лицо и остался доступным и порядочным человеком. Для простых и честных людей он свой. Он принял на себя боль страны, гнев вождей и выдержал все удары судьбы. Илюхин и страна были органично связаны. Все, что было с Советским Союзом, было с Россией, что случилось с народом, он испытал на себе, пропустил через сердце, измотал свои нервы, познал беду, горе и цену предательства, терял и приобретал друзей, никогда не щадил себя, никогда не приспосабливался и говорил, что думает. Он твердо знал одно, что его оружие – правда, его оружие – закон. После гибели Рохлина в 1998 году Илюхин был избран председателем исполкома «Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки». У Илюхина отношение к армии, к людям, отдавшим свою жизнь служению Родине, безопасности страны, всегда было особо трепетным. То, что творится сегодня с вооруженными силами, это была постоянная боль и тревога Илюхина, верного патриота своей страны. Илюхин не мог спокойно жить, пока разрушение обороноспособности страны велось и методично ведется. Выдворяются из вооруженных сил профессиональные кадры, разворовывается и уничтожается материальная база. И речь идет не просто о сокращении, а об изгнании нравственности и патриотизма из армии и флота. И это происходит в нашей стране, в России, которая всегда гордилась своей армией. Развал вооруженных сил страны начал еще Горбачев, продолжил Ельцин, а Путин не только не остановил, а усилил его. 10 февраля 2011 года в Москве по решению Общероссийского офицерского собрания состоялся военный трибунал о разрушительной политике Путина по отношению к обороноспособности и безопасности России. С обвинительной речью на заседании трибунала выступал Виктор Иванович Илюхин. Трибунал постановил считать невозможным дальнейшее пребывание Владимира Владимировича Путина на государственной службе, а его деятельность подлежит тщательному расследованию правоохранительными органами Российской Федерации и дальнейшей судебно-правовой оценке. 2 марта решение трибунала было направлено начальнику следственного управления и президенту Медведеву. Дорогие друзья, дорогие мои боевые товарищи, позвольте мне от имени офицерского всероссийского собрания, от имени движения в поддержку армии, обороны и промышленности поздравить
нас с нашим прекрасным праздником, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Крепкого вам здоровья, всех, кто пришел сюда. Я не случайно говорю, с нашим праздником, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мы внимательно отслеживаем, что происходит сегодня в вооруженных силах. К сожалению, мы можем сказать, что праздник наш так и остался Советской Армии, Советского Флота, ибо Российская Армия находится в большом загоне, флот в большом разрушении. Я должен вам доложить о том, что 10 февраля по решению Российского офицерского собрания мы провели военный общественный трибунал по деятельности бывшего президента, бывшего верховного главнокомандующего Путина, ныне председателя правительства. Путин осознанно принимал действия, которые разрушали армию и флот. Осознанно, я подчеркиваю. Путин довел вооруженные силы до того, что мы сегодня не можем строить тяжелые корабли. Крейсеры первого разряда, крейсеры второго разряда вынуждены покупать «Мистраль». Позор для нашей власти у Франции, вертолетоносцы. Трибунал признал это абсолютно объективно, о том, что Путин умышленно уничтожил 3 дивизии ракетных войск на железнодорожной основе, комплексы РТ-23, самые лучшие, которые достались от Советского Союза. Почти 100 ракет, которые еще не исчерпали свои технические сроки нахождения на боевом дежурстве, уничтожил после ловли, как говорится, рыбки с президентом Америки Бушем. Вы вдумайтесь в это предательство. 27 тополей построили, бог знает каких, уязвимых, и сотню почти ракет уничтожили, самых современных. Как это назвать? Да ему самому надо, мягко говоря, простынку брать и бежать на кладбище, а он еще нагло смотрит с телевизора, нагло еще обманывает и говорит: «Я за Россию». Как за Россию? Мы сегодня говорим о том, что Путин виновен в том, что уничтожил нашу уникальную военную базу в Камране на Кубе. Благодаря этой базе мы получали 70% всей разведывательной информации. Уничтожил. Тоже по просьбе американцев. Уничтожил нашу военную базу в Камране во Вьетнаме. Уникальную базу. Это подрыв, умышленный подрыв нашей безопасности. Мы говорим о том, что Путин, я обращаюсь особенно к военным пенсионерам, но мое обращение и к тем лейтенантам, которые пришли в 90-х годах, отказался увеличивать пенсию военным пенсионерам. 100 миллиардов рублей задолжал нам с вами. Ради кого? Ради Чубайсов, ради Абрамовичей, ради Фридманов. Вам не доплатил, им отдал. Поэтому мы сегодня и просим возвысить свой голос везде, где можно, в печати. Мы сегодня объявляем сбор подписей за отставку. Мы говорим об акции неповиновения этой власти. Она уничтожает Россию. Когда мы, русские люди, наконец-то это осознаем. Уничтожает. Я сегодня говорю, нам навязывают эту пресловутую идею, кто лучше, Медведев или Путин, за кого голосовать и кто должен быть преемником. Наша позиция, позиция офицеров, позиции движения в поддержку армии. Питерский мафиозный клан мы должны устранить от власти. Это главный тезис. Еще раз, друзья мои, вам говорю. Не сделаем этого, мы не спасем с вами Россию. Геннадий Андреевич правильно сказал. Главный вопрос, который сегодня перед нами стоит, вопрос о власти. Это власть коррумпирована, это власть казнокрадов, это власть преступников. В Россию превратили всю станцию Кущевку. Сегодня куда ни кинь, ворюги, казнокрады, взяточники и прочие. Сколько мы терпеть будем еще это? Мы сегодня обвиняем Путина и просит офицерское собрание поддержать нас
сборы подписей за отставку Путина – это решение трибунала, который постановил, Путин не может находиться на государственной службе в любом качестве. Марта 2011 года Виктор Иванович Илюхин скоропостижно скончался. Царствие небесное Виктору Ивановичу. Спасибо ему за все то, что он сделал для людей, за его верность идеалам, за преданную любовь к родине, за то, что никогда не был равнодушен к чужому горю, за его доброту, неиссякаемое мужество, кристальную честность и принципиальность, за то чувство справедливости, которое стало лейтмотивом его жизни.